Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 699.090 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.410 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 10 sistem artileri, 70 pesawat tanpa awak, 36 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.182 tank, 18.523 kendaraan tempur lapis baja pengangkut pasukan, 28.160 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.086 sistem artileri, 1.244 sistem roket peluncur ganda, 994 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.187 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 42-й механизированной, 71-й егерской бригад, 107-й, 116-й, 129-й бригад территориальной обороны вооруженных сил Украины в районах Глубокого, Волчанска, Строевки и Перовского. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады противника. Потери... В результате успешных наступательных действий группировки «Ой Запад» освобожден населенный пункт Першотравнево Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 14-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад вооруженных сил Украины и 1-й бригады Национальной гвардии в районах Петропавловки, Стельмаховки, Голубовки, Надии и Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы 14-й механизированной бригады. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера М113, 4 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М198, орудие Д-20, 3 гаубицы Д-30, орудие Л-119, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», уничтожены 2 склада боеприпасов. В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кураховка. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 101-й и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Калинова, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы. Отражены 5 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, боевую машину реактивной артиллерии «Град», 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Дана», 152-мм гаубицу «МСТБ», 152-мм орудие «Д-20», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу «Д-30». Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часовьяр, Елизаветовка, Курахово и Дальние. Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады. Потери противника составили до 800 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемого в интересах ВСУ, пункту управления подразделения «Кракен», инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных БПЛА, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер»
и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированием 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад, 37-й бригады морской пехоты, 48-го штурмового батальона ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Раздольного, Великой Новоселки, Успеновки, Макаровки и Октября. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» и гаубицу «Цезарь». Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 121-й, 124-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Велетенского, Новоданиловки, Степного, Каменского, Садового, Крупицы и Никольского. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 3 автомобиля, боевая машина реактивной артиллерии «Град», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожен склад боеприпасов. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.